Всем привет! Вы на канале Николаев. Я возвращаюсь с почты с очередной посылочкой. Я даже, наверное, знаю, что, судя по размеру, ждут меня Коля. Николя? А, смотрите, как обычно, Ника спит. Ну, распаковывай. Я догадываюсь, что там. Закроем двери. Что-то заказывал, нет? Большим, да, это я заказывала. Как ты, Коля, думаешь, что это? Я же не знаю, что ты заказывала. А, ты? Микрофоны? Нет, микрофоны это слишком большие для микрофонов. А, штатив. Штатив, моноподик. Маленький-маленький себе такой заказала, чтобы можно было себя хорошо снимать издалека. Мой сломался буквально вот недавно. Ты заказала такой же? Ну, наподобие, да, я заказала наподобие такой. Чтобы такой, снимать. Такой же калечный. Такой же калечный, но посмотрим, потому что, ну, пощупать не удается. Ну, уже буду дома пробовать смотреть. Ну, хоть айфон туда влезет, ё-моё. Конечно, влезет. Влезет, все нормально. Ладно. Вот так. Боюсь я эти китайские. Они все китайские, все товары китайские, поэтому что тут жаловаться. Сейчас мы заехали в кофейню. Кстати, конечно же, Коля без сладкого обойтись не может. Это его flat white. Не будем его забирать. Попробовать. А тут кто-то маленький проснулся только что, да? Да? Папа, тебе печеньку вкусную взял. С ММДМсиком будешь? Ты с Софикой будешь идти или со мной? Софика с нами. Наверное, с тобой. София пытается научиться пузыри надувать. Ну как, успехи? Уже, я смотрю, получается, да? А мы сейчас вышли с Никой на улицу, да, Никочка? Мальчики играют в баскетбол, смотрите, ребята, в майках. В майках, 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 майках. О, от. Чуть фонарь новый не сломали. Папа, вы закрывайте ведрами. Уже 10 фонарей сломали, ребят, представляете? Папа уже говорит, закрывайте. Ника, ой, Ника, Софика тоже в кофте. И тоже играет мяч. Мальчишки играют, им нравится. Они сегодня уже, наверное, часа 4 играют. Это второй запуск уже игровой. Как мама, это? Второй тайм. Мам, поиграем с тобой потом в козла. Козла? Когда они играют? Ну, не знаю. Это Саша не дал Арсюшу забить. Ника, не идем на поле, не идем, а то собьют. Стой, 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 стой. Не ходи, а то собьют мальчики тебя. Саша забил. А кто там вышел? Саша вывел Нику с компотом. Саша сам для Ники варил компот. Расскажи, как ты его варил. Попробуй, мама, и ты предположишь, с чего компот. Ну-ка, давай, дай мама своей поилки немножко попробуй, да? Вкусно? Дашь попробовать? Вкусненько? Не дает, мне не дает. Ну, дай. Я маме чуть-чуть. Как тебе компот, мама? Вкусный. Точно сухофрукты есть? Ага. Яблочки сухие? Яблочки есть, да. А, вишня? Да. Яблоко? Черная смородина, наверное? Да, и вишня. Еще что-то? И вишня, и голубика еще. Голубика, ё-мо. Саша сам варит. Что там? Вкусный компотик? Козла. Козла? Только на маленькое. На маленькое должны опустить братья. Ну, если опустят, то можно с ними сыграть на маленькое. Опускайте тогда. София, видите, попросилась на маленький, потому что она просто не докидывает до этой высоты, которая должна быть. А мальчишки играют на обычную высоту. Сейчас опустит Санька. И будем играть в козла на маленькую высоту. Никуша, вкусный компотик? Вкусный? Конечно, вкусный, скажи. Она его вообще перед сном, она его упивает целый поедник за минут 10. Да. Просит еще, дай. Любитель, любитель. Кого мы тут видим? Кому, Коля? Тихо, 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 Вася. Вась, Вась, надо немножко привыкать к улице. Кстати, я постирала кроссовки свои, Сашины сохнут. Вась, ты не бойся, ну ты же уже сам выходил. Кстати, вчера он уже, я открывала двери на выход, он сам выходил. А он спрыгнет или ему высоко? Нет, он, нет, ему не высоко, но он и не спрыгнет. Он, Вась, у нас боится. Боится улицы. Потому что его детство было очень надо приучать, страшно. Будет. Да, его, конечно, надо приучать. Что за кот, который все время в доме, даже свежим воздухом не дышит? Так, мой кроссовок ушел. Васька, Вась, Вась. Вася, ну назад, назад, сюда. Так он назад побежал. Только домой через дверь, смотрите. Уверена, что он через дверь. Да.
Вася бежит домой. Смотрите, я сейчас вам покажу. Смотрите, встречаете, встречаете меня, я иду домой. Встречай, папа, открывай тихонько, тихонько. Все, все. Подышал? Подышал воздухом и решил вернуться. Да, быстро подышал, быстро, в ускоренном темпе. Короче, вот видите, такой. Получается, он боится улицы, но мы потихоньку все равно его хотим приучить. Все-таки лето будет, надо, чтобы животное дышало воздухом, выходило по свежей травке, да? Как сейчас фикомпот. А, убежал котик, уже убежал, убежал Ника. Убежал. Где тут пластырь? Какой пластырь? Тогда в мясокомбинатовский заеду. А, у нас в нашей комнате под этим, под телевизором, только в план нижний. Этот только смотрит, как удрать, а этот только смотрит, как назад вернуться. Да. А Шерлок только смотрит, как удрать из дома на улицу, видели? Пуля какая выбежала. Какая пуля тут выбежала? Пулечка, какая пулька. Тут у нас пуля выбегает, а? Ад. Жопка-то мелкая. Ах, любитель. Да. Смотри, извините, мусор крупным планом не показываю, но вот это вот что? Это колонка. Это Ника выкинула. В мусоре. Ника, что ты делаешь? Ника, у Софии, скажи про AirPods. Это Софины? Нет. То есть у нас сейчас надо мусор проверять. Ой, да? Блин, капец. Расскажи про AirPods. А, нет, это мои, драные, все. Точно? Эти, да, да. Расскажи это про мои. AirPods, что Ника я делает с Арсениными. Я уже рассказывала, что на Арсении AirPods... Так а куда мои пропали? Может, я их уже где-нибудь в мусор выкинул? AirPods? Нет, не должен. А твои AirPods у меня. И мои у тебя? И папин от тебя? Только папин. А и у Арсена, у Арсения свои. Нет. Саша, я их спрашивал 10 раз, где мои AirPods? У меня свои. А мамина не знает. Короче, понятно. Николя, у тебя же были раньше мамины. Ника, не выбрасывай, пожалуйста, нужные вещи, а то у нас скоро ничего не будет. Смотрите, как не дает Софии. А Саша, можно Саша тебе компотик налил? Можно, Саша? Можно? А, этот наяривает круги. А как собачка говорит? Аф. Как наш Шерлок говорит? Как Шерлок говорит? Это камера. Как говорит Шерлок? Как говорит? Гав-гав? Можно? Она уже многих животных знает. А как котик говорит? Котик. Мяу. А собачка? Собачка. Как собачка говорит? Гав-гав. А ежик? Ежик. А хрюшка? Хрюшка, свинка. Свинка. Как свинка говорит? Ну-ка. Хрюда. А волк? Как волк воет? Да? Да, моя сладенькая. 5-5-20 растапливает баню. Короче, будем сейчас баню. Я съезжу за мясом. За мясом для солянки. Будем чуть-чуть попозже солянку. Я солянку обожаю, она же вкусная очень. Очень вкусная, да. Баба Люба будет дома? Да, бабушка, мама будет дома. Йоу, что за дребезги? Что? Козла. Подождите Шерлока, пожалуйста. А он не побежит, Коль, он с нами сейчас. Шерлок хороший, поэтому не убегает. Он уже мальчик умный, не убегает, да? Он не пойдет Софи домой, он не хочет домой, Совка. Ты видишь, он пулей выбегал, чтобы на улице погулять. А это еще тот жулик. Ребят, я уже даже попарилась. А у нас уже, смотрите, практически закончилась вариться наша соляночка. Рассол. Это огуречный? Конечно. Такой ядреный. Ням-ням-ням-ням-ням-няшечки. И оливочки, маслиночки. Ну, черных нету. Черных. Значит, не оливки. Значит, будут только оливки. А каперсы? Опа. В кармане. Оно и все прямо каперсы. Вот все, ребятки, практически все готово. Сущий, наверное, немножко покипит. И все, да? Как раз... В баночки такие продаются удобно. Оп. Все. 15 минут. И будем кушать. И посмотрим. О, божечки, я смотрю, что так много начитые. Гуще. Кто-то мне говорил, что мало ее будет, а? Мне казалось, что мало, я еще колбаски подрезал. А получилось целую. Просто пипец. Смотрите, ребята, одна сплошная гуща. Так сейчас так она еще сильно должна не вываривай. Повариться, чтобы дайте чуть-чуть гуще стать. Уже хочешь, подожди. Бежит, давай. Бежит смотреть, бежит. Это что? Ну что, солянка, что? Это что? София уже набрала мелков. Что у нас, 46? И будет рисовать. А Нику никак не можем вытащить из машинки. Я говорю, выходи, она никак не хочет. Будешь выходить уже? Давай я тебе уже открою. Наконец-то ты решила. Да, пойдешь. Пока Софийка не пошла, она тоже не захотела идти. Оп, иди рисуй. Рисуй с Софийкой. Вот так и живем, ребят. Бери любой мел.
любая. Что делает София, то абсолютно делает Ника. И рисует повторяет здесь. Все вообще полностью, ребят. Видите, одна рисует, вторая рисует, одна рисует, вторая рисует. Обожаю этих девчонок, смотри. Шерлок, ты только не подходи, нос не подпали, понял? София, ты очень близко села к казану. Давай быстренько. Не дай бог перевернется и беды не беремся. Давай. В другую сторону. Ты и Ника взяли мелочки и пошли в другую сторону. Ой, что-то Шерлоку. Что-то батя Шерлоку подготовил. Ничего себе, ребят, смотрите. Сыровяленый. Вот здесь ты нормально просишь. Потому что очень хочется. Танцует, потому что здесь очень, не скользко. Очень, да. Ну, давай. Голос. Давай. Голос. Смотрите, как хочется ему. Очень любит Несухач. Очень. Ищи. Оп, оп. А так прыгал, ты видел, Шерлок. Батя обдурил. Смотрите, ребята. Батя просто обдурил. Ну, Шерлок. Что это? Дурь? Батя тебя обдурил, а ты повелся. Опа, теперь ищи. Вот так, все. Успел. Вкусненько, да, мальчику? Вкусненько. Вот так. Видите, уже жует. А, ням-ням-няшечки-то какие, ням-ням-няшечки. Мама, а ты думаешь, что я рисую? Ника, ну-ка встала с попы. Быстренько с попы встала. Как ты думаешь, что я рисую? Так, что ты рисуешь? С попы вставай, я не разрешаю сидеть, попе холодно. Быстренько вставай. Как ты думаешь, что я рисую? Ника, мама не шутки шутит. Быстро вставай с попы. Рисую, как ты думаешь? Не знаю, радугу, наверное. Как ты угадала? Ну, потому что... София, потом вас лечить будем. Ну-ка встали обе. Ника, ты маму слышишь, доченька? Вставай с попы. Это опасно сидеть. София, подними ее. Вставай, Ника. Иначе мелки унесу. Вставай с попы. Вставай. Сядьте на корточки. Я на корточках. А я на попе, да? Нельзя на попе сидеть, потому что попа замерзла. Сейчас я принесу песочницу. Песочница маленький стульчик? Нет. Нет, что-то другое. Нет, Софийка, он не поможет. София, покрывало это не поможет. Нет, доченька, все равно будет холодно попочке. Укроп бросать? Нет, не бросай укроп, не все любят. Надо. София, тут надо сидеть, это чтобы какая-то деревяшка, чтобы от камня холод не шел. Короче, твоя задумка нехороша. Нет, все равно будет попе холодно. Вторая села. Ну, вот, это вот, папа нашел получше. Поднимитесь, вставайте. И теперь еще вот это вот сверху. Или подожди, наоборот. Наоборот, давай. Вот это вот грязь. Короче, папа для девочек все придумал. Вот. Садитесь на попы. Вот сюда. Вот, да, теперь можно. А рисовать скажи как? Вот так. Вот и рисуй. Бочком. Я боюсь, сейчас бочок быстренько слезет. Ну все, 10 минут и готово. Пол, да? Нет, не надо! И лимон. Что такое? Что случилось, София? Соседи работают. Приехали. Где? Вот здесь, на соседнем. Серега. Да. Ну, может, доделают наконец дом. У нас красота там будет. Фонтан. Спасибо. О, кстати, фонтан светится, смотрите, ребятки. Наш фонтан светится. Ага. Зарядился за день.